А закройте-ка все кафешки в этом городе, а? Слушай, шеф, а зачем их закрывать? Они же налоги платят, рабочие места создают. Позови ко мне всех бастардов, а? Олжас, налоговая. Короче, закрой мне 5-10 кафе в этом городе. Как я их смогу закрыть? Отбери у них лицензию на спиртное. А как я лицензию у них смогу отобрать? Это же незаконно. А ты, молодежка, вон пошли до 21 года. Пиво попьет, и тут резко ты в кафе заходишь, а? Ну главное, чтобы на вид взрослый был. Особенно начни с караоке, чтобы люди не пели вообще. Ну это же незаконно. Как мы это сделаем? Ну пошлите к ним несовершеннолетних. Ну а вдруг там не будет несовершеннолетних? Ну тогда пусть идет участковый к их соседям и просит их заявление написать на то, что шумно в кафе постоянно. А еще скажем, чтобы они там спиртное не продавали. Слушай, у нас шеф что курит?